В Китае появился на свет первый инкубаторный птенец красного ибиса. Это очень редкая птица, в дикой природе она почти вымерла. Долгожданное пополнение произошло в зоопарке Шанхая. В 5 часов утра в пятницу сотрудники парка обнаружили стук внутри одного из яиц. Через несколько часов птенцу удалось пробить отверстие в скорлупе. Однако возникла проблема. Ситуация с этим птенцом ибиса была похожа на ситуацию с ребенком, который находится в неправильном положении в утробе матери. Из-за ненормального положения он застрял. Сотрудники зоопарка пришли малышу на помощь. Вся операция заняла еще 5 часов. Новорожденный весит 37 граммов и, как говорят его попечители, чувствует себя хорошо. Теперь перед сотрудниками парка встает новая непростая задача – как выкормить малыша. Новая проблема – выкормить этого птенца красноногого ибиса. Если нам удастся выполнить эту задачу, это бесспорно поможет нашей исследовательской работе. В инкубаторе в шанхайском зоопарке находятся еще 5 яиц ибиса. Сотрудники парка надеются, что в скором времени у новорожденного малыша появятся братики и сестрички.